Citrus. Гаджеты та аксесуары. Всем привет, это Гаджетариум, и с вами я, Руслан Самоваров. Сегодня я расскажу вам про настоящий прорыв в области прикладной медицины. Тонометр iHealth. Артериальное давление – один из самых важных количественных показателей в нашем организме. Следя за ним, мы можем контролировать наше самочувствие. Многие люди нехорошо себя чувствуют при смене погоды, а ведь это зависит именно от артериального давления. И этого легко избежать, если грамотно составить рацион, исходя из наших показателей. У меня в руках не первая модель тонометра компании iHealth. Вторая модель намного компактнее и удобнее в фиксации на руке. Перед первым замером нам требуется установить приложение iHealth, которое доступно в магазине App Store бесплатно. Далее мы вводим свои данные, такие как возраст, вес и рост. Остается только подключить iHealth по Bluetooth к нашему устройству, надеть тонометр на запястье и произвести замер с помощью кнопки «Тест». После замера результат выводится на экран телефона. Чуть ниже мы можем посмотреть аналитику данных на красивом графике. Даже если сейчас вы не беспокоитесь о своем давлении, не стоит забывать о родителях. Приложение позволяет контролировать данные сразу нескольких человек и отслеживать их в удобном графике в течение промежутка времени. Для социально активных людей есть возможность поделиться замерами на Фейсбуке и Твиттере, а также отправить на почту, допустим, лечащему врачу. Хранить данные в приложении намного удобнее, чем записывать все на листочки, которые вечно теряются. Померить свое давление, а также приобрести тонометр iHealth можно в сети магазинов Citrus, а также на сайте Citrus.ua. Это был Гаджетариум, и с вами был я, Руслан Самоваров. Подписывайтесь на мои страницы Facebook и Instagram, чтобы всегда быть в курсе новинок гаджетов. Хорошего дня и яркого настроения. Пока!